Это, в общем-то, у меня на обзоре мороженое балтийское, йогуртное, манго-маракуйя от хладокомбината номер один. Куплено в конце 7 месяца 21 года в перекрестке Питера за 369 рублей. Такая вот коробочка цветастая, начинка яркая. И что тут еще у нас? Такой вот штрих, составчик. Жиры, углеводы, белки. Углеводов классик. Дофига. Сахара видно много очень. Ну что, нормально. Натуральный сахар. Сейчас посмотрим, как оно на вкус, на цвет, на запах. Да на все. Вот такое вот оно симпатичное. Пахнет интересно. Немножко похоже на запах фанты. Самый обыкновенный. Вкус тоже на фанту похож. Классное, но мало. Да. Тут реально есть маракуйя. Или манго. Не знаю, что, но оно точно тут есть. Надо же начали нормально мороженое делать. Чудеса. И только. Классное, наверное, пипец какое. Ну-ка. Крышка просто влезала, поэтому вы уж не судите строго. Короче, бомбезная. Вот йогурт, вкус йогурта. Тут вообще не кстати. Блин, было бы это самое обычное мороженое, было бы класснее. Намного. А вкус йогурта — это чухня. Полное. Он такой послевкусие дает неприятное. Ну, хер с ним. Съедим. Как бы все. Всем спасибо. До новых.